Виталий, сколько тебе лет? 21. Как ты убивал девушку? Ножом ее несколько раз ударил. Куда? В область горла. А второе место я не помню. А потом что сделал? Потом все с ней золото снял. Ага. Дальше. Почему? Зачем? Пьяный был? Трезвый? Пьяный, обколотый был. Чем колешься? Героином. Понятно. За что судим-то? 159-я, 161-я. Реально ты отбывал? Да. Сколько? 2,5. Когда освободился? В феврале этого года. Девушку-то жалко, нет, сейчас? Жалко. Очень жалко. Понимаю, что сделал глупость.